Здравствуйте. Продолжаем судебное разбирательство. Я продолжу участвовать в заседании. А зал судебного заседания явился государственный обвинитель Кунаров, представитель потерпевшей стороны Бабитова, судимый Курбанов и адвокат подсудимого Азанов. Так, хорошо. Так, сегодня ходатайства имеются к суду какие-либо до начала слушания? Ну, начало вот у Курбанова есть. Мы сдавали. А уже сдали, да? Ходатайство, да, она ознакомится с протоколом. Да. Да, ну да, значит, запросы выдадим. Запрос, да, и ответ. Ну. Так, а в Есильское УВД что за запрос был у нас? Отказной материал. В отношении Мишанина. Вам мы такой запрос делали? Мы ходатайство сделали. Нет, запрос не делали, такой запрос не делался, да. Черт возьми, порядок. Вставать надо. Такого запроса не делали. Да. То есть мы заново тогда ходатайствуем, да? Запрос и ответ. Зачем вам запрос? Ответ с ГЦВП получите, и ему достаточно. Зачем вам запрос? Ну, ответа до сих пор не видно. Я же огласил его. Не было оглашения. Я оглашал его, Курбанов. Внимательно слушайте. Получите ответ, свое дело поступило. Я его огласил. Так, запрос, что там в банк ГТА? Так, по распечаткам, ну это общедоступные сведения, можете получить их тоже. Так. Теперь, значит, по явке свидетелей мы с этим вопросом разобрались. Вот. Проблема с явкой свидетелей. Скрывать тут нечего. Вот поэтому я сегодняшнее слушаю. Ваша честь, из Бергенова. Что? Из Бергенова Степанова находится в Астане. Да. Вот, не можешь найти, не знаю, вот связь оборвалась, что-то телефон сломался. Значит, по свидетелям следующим образом поступаем. Я предлагаю сегодня перейти к допросу подсудимого. Вот. Показания мы, свидетели, примерно огласили, Мишонина допросили. Это, значит, допросим Курбанова, выясним, значит, по обстоятельствам дела, его мнение, в частности, его позицию по обстоятельствам, и потом окончательно еще раз примем решение по свидетелям. То есть этот вопрос не будет. Я предлагаю следующему вопросу. У нас что-то по поводу ходатайства. Я еще ходатайство заявил о выделении материала в отношении области. Прочитайте. Заявление. Нет, вы уже передали, это ваш экземпляр. Скажите, пожалуйста, выделить материал в отношении Жалгасова по признакам преступления к статье 307 УК РК и направить в агентство по делам госслужбы и противодействию коррупция в Республике Казахстан. Так, данное заявление сейчас давайте посмотрим. По данному заявлению, мнение какое госсовете ваше? Данное заявление. Какое здесь мнение? Я не знаю. И такое заявление ходатайство не получал по почте. Согласно показаниям Мишанина. Я понял вас. Да. По там данному нет. Ходатайству судом будет принято решение по результатом рассмотрения дела. Да. Да, у нас ходатайство же, вот мы в тот раз откладывались для того, чтобы допросить в зале судебного заседания следователя ДБКП города Астаны Джалгасова. Следователь Джалгасова. Джалгасова в данный момент, да. Она находится у нас сейчас на больничном. И у нее ребенок болеет. Она вот я вот спрашивал. Ну это не основание для того, чтобы не обеспечивать ее явку. Второе же. Ваша честь. У всех дети, болеют. Есть основания на том, что действительно ребенок. Я понимаю, ребенок, мы же не на весь день ее сюда вызываем. На 10 минут. Она суд направила, материалы представила, состряпала. Теперь пусть придет и доложит по этому поводу. Доложит на следующем заседании. Ребенок у всех дети у нас, у всех. Это же не говорите, при всем бросить надо и на работу не ходить. Полиция. Обеспечивайте, госсовет, обеспечивайте. Хорошо, нет больше вопросов? Нет, вот хотели только обеспечить. Мы второй раз просто уже откладываемся из-за Жалгасовой. Сегодня получается. Второе судебное заседание, опять ее нет. Так, мы ее сегодня не будем откладываться, поэтому я предлагаю в таком порядке, значит, исследовать, продолжить исследование дела. Ну, просто дело в том, что уважаемый суд, участники процесса, проблема в том, что допрашивать Курбанова мы как бы просили бы вас,
только после допроса Джалгасовой, которая второе судебное заседание не является. А с чем это связано? Чем, потому что она даст... Что может поменяться от показаний Джалгасовой в показаниях... Нет, у него показания, они, как они и были, так и они останутся. Ну, их он менять не... сегодня допросим, чтобы не потеряли заседание сегодняшнее. Нет, из-за этого допроса Курбанова мы заседание не потеряем. Уверяю вас, уважаемый... Вы не защитник. Вы за рамки своих полномочий выходите. Я замечание вам нет, нет, нет. Организацию судебного разбирательства по делу возложено на председательство. Да. Вот я и поэтому, занимаясь этой организацией, я предлагаю сегодня... продолжу слушание допросом подсудимого. По показаниям свидетелей мы огласили показания всех, кого можно допросили. На следующий день у нас остается допрос подсудимого. Разъяснение можно, значит, что можете давать показания, можете не давать показания. В случае, значит, до тех показаний, значит, все вам сказано, может быть, исторгованным судом. Против вас. Против вас, да. В этой части, пожалуйста. Я заявляю отказ всему судебному составу. В связи с тем, что до настоящего времени не обеспечены важные свидетели, и кто обеспечивает данных свидетелей, они не имеют права принимать какие-то процессуальные решения. И, то есть не имеют права осуществить привод данных свидетелей. Гособвинитель никакие решения мэр не предпринимает по данному факту. Вы мне это вот заявляете? То есть? Всему составу. Всему составу это и судью, и прокурору, и вот этот секретарю. Тогда объясняйте тогда. Почему? Дай-ка вот это. Объясняю тем, что письменно сдайте сегодня в канцелярию, подробно изложите. Отвод в отношении меня рассматривается другим судьей, отвод в отношении прокурора и секретаря судебного заседания я рассматриваю сам. И будет рассматривать тот судья, которому, значит, если отвод будет удовлетворен, то рассмотрен он будет. Понятно, да? То есть тем судьей, который будет вновь участвовать в отводе. Вот. Если будет удовлетворен, если не будет удовлетворен, то, соответственно, я буду рассматривать. Понятно, да? Вот. Так, ну, по показаниям, полагаю, как тогда понимать позицию вашу? Позицию я дам показания, но после опроса свидетелей. Они... Согласно ОПК, они являются важным свидетелем по данному делу. И первый свидетель показал, что вот этот, дал показания, что материал не так был собран. Все доказательства. Незаконно. Незаконно. Добрый день. Хорошо, заявление напишите. Сдайте в канцелярию сегодня, потом дальше будем. Понятно, да? Угу. Вернее, будет рассматривать тот, кто будет рассматривать.